Доброе утро, друзья! Ну что, мы же женщины, непредсказуемый народ, правильно? Наше мнение может меняться много раз в день, как у мужиков эрекция. Встал, упал. И вообще, если вас незаслуженно обидели, не подставляйте нафиг вторую щеку, перетопчутся. Лучше вернитесь и заслужите. Ну, так, для успокоения души. Столько дел предстоит. Мы, короче, купили, то есть мы заказали инструменты для сына в магазине. Короче, посмотрим, что он купит. Сейчас в данный момент он купил шуруповерт и еще заказал, ну, короче, на 1020. Посмотрим, готовим его к эвакуации, к депортации. Ну, короче, готовим его к работе, чтобы он приступил работать. Пока у него отходняк от армии. Ну что, вот действительно, может, правильно он говорит, что год он потерял. Ну что он научился? Кровать заправлять за год? Многие за год и на права сдали, и куда-то поступили еще учиться, хорошую работу себе нашли. Дофига этого всего, как бы, действительно, за год можно сделать очень много. Но это будет не в этом ролике. Мы покажем инструмент, который вот он заказал, привезут, и мы вам покажем. А сегодня совсем другое. Выправить ему паспорт. Ну что? Вы со мной? Конечно. Хорошо, я двигаться начну. Время уже. Пора подать автобус. Надо готовить обед, надо готовить ужин. Худой, без слез не взглянешь. Поэтому надо нам набирать вес. Это во-первых. А во-вторых, сейчас на обед приеду. У нас так плохо работает только в среду паспортный стол. Поэтому сейчас нам придется идти вот писать заявление. В мой разрыв. Паспортный успеть покушать. Может даже еще отдохнуть успеть, а может и нет. В военкомате он отметился, сыночек. Оказалось, нам негде спать. Я рано встаю, если он на кухне ложится спать, поздно приходит, то я его бужу утром в 5 утра. Детскую кроватку мы не продали, двухъярусную. Я ему прикололась и сказала: будешь на детской кроватке спать после армии. Ха-ха-ха. Он сказал: ты что, мама, с ума сошла? Вот, надо продавать детскую кроватку, делать полностью перестановку, что-то или покупать, или что-то делать. Иначе у нас аврал. О, помогите разобраться. Плюсом еще у нас тоже прививку делать, или справки несите, или медотвод несите, что-то несите.
съемки. Это со стороны иногда кажется, ой, как красиво живут, как хорошо все и прекрасно. Нет у всех проблем, у всех. Так, здесь надо смотреть мины, потому что за собаками не убирают здесь. Можно наступить. О, сыночек идет. Встречает меня. Чего? Пошли домой. Какой Саня? Работай наверное. Я сниму это. Че, куда, кого, чего? Кто, куда, чего? Чуть повыше, мамки, да? Чуть повыше. Вот наш котик. Встречает Соня. Ой, да-да-да-да. Понюхать надо, да. Встречает. Так, и сразу кушать, да? Ой, какой красавчик. Ой, упал. Паспортный у меня, у нас работает только один день в неделю. Нормально. Одинокий пассажир. Дубль два. Не получилось у нас. В паспортном поедем. Проеду, мне по дороге его выкину. В МВД паспорт менять. Так как у него более 90 дней, так как он был в армии, надо на металлистов 13. Вот сейчас он скатается, а я поеду работать. Поехали. Думали, все с паспортом, все шик, блеск, красота. От одной научилась. Скоро вместо паспорта у нас будет ошейник с ГЛОНАССом. Честное слово. Ну вот так сейчас с паспортом будет мороки еще целый месяц. Ребенка готовим к работе. Нечего расслабляться. С армии пришел, все, пора работать. Недельку отдохнет сейчас. И в путь. Денежку зарабатывать. Да подкормить чуть-чуть надо. Совсем худой. Без слез не взглянешь. Как тростиночка. Дунь и улетит. Уважаемые товарищи категории Б. Когда вы режете автобус, то знаете, если пустой автобус, может мы вас и не врежемся. Но если полный автобус, мы имеем право в вас врезаться. Потому что мы можем положить пассажиров. Так что, когда режете автобус, закрывайте глаза. Зажмуривайтесь вообще. Потому что никто не знает, как у нас мозг тоже сработает. Мы можем вам и жахнуть. Тут у меня вообще история была. Это ладно, две полосы встречки срезал гелимобиль. Так он еще и на встречку уехал на заправку. Вопрос, зачем ему на заправку, если их заправляют? Это вообще просто. Как я тормознулась, я сама не знаю. Ну, как-то плавно тормознулась, успела. С
пассажирами. Я бы ему всю бочину разнесла. И живет в голове женщины зверь странный. И заставляет он эту женщину творить дела чудные. И нету на этого зверя управы. И имя тому зверю – настроение! Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте с настроением, дарите другим настроение. С вами Халтурина. Всех люблю, целую, обнимаю! Пока-пока!